А всем доброго времени суток. Мы продолжаем игру Final Fantasy VIII. В прошлый раз мы остановились по возвращении с полевого экзамена. И вот они мы. Если я ничего не путаю, нам нужно переодеться и... Да. Get change. Теперь мы в форме Сида. Окей, селфи, что скажешь? Эй, выглядишь просто великолепно. Ну, классно, давай закатим вечеринку. Зел, йоу, мужик, what's up, Squall, как дела, чё за фигня происходит, похоже, мы оба сиды теперь, что скажешь, ну, чувак, держи краба, да, даже когда ты сид, ты всё ещё остаёшься тем же самым, что, в общем-то, типично для тебя, ну ладно, увидимся. Селфи, оу, Зел, не хочешь присоединиться к фестивалю сада, к комитету? Зел, прости, но я только что вспомнил, мне нужно идти. Пока-пока, Селфи. Селфи, Сквол, хай. Даров, да только что виделись. Не хочешь присоединиться к комитету фестиваля сада? Мог бы помочь, если у тебя будет время. Ну, пожалуйста. Excuse me, эй, вы там? Ты тоже видел? Ну, как бы да. Ты знаешь, ты здесь самый красавчик. Потанцуешь? Дай-ка я угадаю. Ты не будешь танцевать с такой девушкой, как я? Ну ладно, тогда посмотри мне в глаза. И ты вот сейчас просто влюбишься в меня, я тебе нравлюсь. Сработало, нет? Я не умею танцевать. Эй, да все нормально будет, пойдем. Мне нужен кто-нибудь, я же не могу танцевать на танцполе одна. Вот так вытащила на танцпол и бросила. Квистис,
Слушай, а ты действительно замечательный студент. Даже в танце ты был великолепен. Ты же не ждешь, что он будет отвечать. Хотя, спасибо. Ну, что еще? Ну, то есть ты готов танцевать с кем-то, кого ты даже не знаешь, но не можешь выносить того, что я стою рядом с тобой? Ай, какого черта? Ты инструктор, я твой студент. Ну, блин, странно, когда ты стоишь и молчишь. Это правда. Да, я такая. А, ой, слушай, я совершенно полностью забыла, что это со мной. Короче, дело такое. Я пришла дать тебе распоряжение. Ты и я сейчас пойдем в секретную область. Там, где студенты тайно собираются, чтобы поболтать после отбоя. Это внутри тренировочного центра. И что мы там будем делать? Мы что, пойдем туда, чтобы сказать всем, что они нарушают распорядок? Если это так, то забудь об этом. Оставь это дисциплинарному комитету, я на это не подписывался. Эй, успокойся. Иди переоденься и встретимся перед тренировочным центром. Это мой последний приказ. Давай. Нужно переодеться и встретиться с инструктором перед тренировочным центром. Интересно, с какой целью? И да, нам надо проверить связку наших GF-ов. Давайте переоденемся в обычное шмутье сквола. Вот так он выглядит привычно. И сделаем junction. Так, отключим все у Зела и отключим все у Селфи. Yes. Так, что у нас у Сквола? Кто у него там? У него Ифрит, Сирена, Квизакот, Шива. Ладно, сейчас по ходу пьесы решим, что присоединить, куда и как. Итак, сохраняться пока не будем, надеюсь, мы там сможем выстоять, даже если попадем на тиранозавра. Все достаточно легко и просто. Опять же, по-моему, зайти никуда невозможно, кроме как в общежитие, да, и в тренировочный центр. Как мы помним, он открыт 24 часа в сутки. Вот эта зеленая дорожка, это то, куда нам надо. Итак, Квистис, здорово. Сквол, я вот удивляюсь, ты когда-нибудь с Тираксом-то бился в тренировочном центре? Ну, не уверен. А ты его можешь достаточно легко побить, если будешь использовать статусную атаку. Давай-ка перейдем в меню статусов в Tutorial к черту. Ну что, использую атаку Сон против Тирекса. Просто присоедини сон на свою статусную атаку и атакуй. А, ну что, пойдем в секретную область. Это внутри тренировочного центра. Ну, невозможно записать даже короткий эпизод, чтобы вот сообщение не пришло или не позвонили. Да что ж такое-то? Ладно. GF, пускай у Квистис будет Quizzicottle, и если я ничего не путаю, да, мы, наверное, можем ей добавить с легкостью Шиву. Так, в магию вкачаем, значит, ставим меню магии, меню карта. Так, ну, наверное, даже вот это лишнее, ну, ладно. Так, и увеличиваем. Что мы ей увеличим? Увеличим магию на 40 и, наверное, живучесть тоже на 40 мы ей увеличим. Или лучше магию увеличить. Так, давайте-ка все-таки магию ей увеличим по полной.
Так, Квистис, теперь у нас есть возможность ее немножко подхилять. 2782. И добавим еще одного GF-а, Сквалу. Пусть это будет Сирена. Он у нас тогда магически немножко улучшится. Так, но Сквала мы будем прокачивать в атаку. Магия GF, откачка магии, бонус силы, сила плюс 40. Все это, конечно, хорошо. Так, но нам нужна чисто магия, посмотреть, что у нас в статусных атаках. Бива или Сайленс, но вот ни то, ни другое нам, в общем, сильно не поможет. В идеале подошло бы Blind, то есть слепота. Против физических атак Тирекса было бы просто супер. Надо где-то еще Блайнд накачать. Ну ладно, пойдем попробуем. Собственно, откачка магии есть у всех. Так, точно есть у всех. У Квистис в обилочках. Да, откачка магии и карта самое главное стоит. Все нормально. Зря, кстати, наверное, прокачали Квистис жизнь. Лишнее абсолютно это дело было. Специально как бы нападать на Тирекса мы не будем. Все-таки гораздо важнее, наверное, сюжет показать. Если понадобится доп. Прокачка, я ее сделаю, наверное, не в прохождении. Да к черту. Нет, не будем мы записываться. Я так подумал. И вот. Вот это самая секретная область, где встречаются студенты после отбоя. Конечно же, это парни и девушки вместе. Да, давненько меня здесь не было. Ну, то есть Квистис как бы знакома с этой областью. Видимо, сложно начать разговор. Квистис как бы слегка влюблена в своего студента, в Сквола, который сейчас... Ну, Сквол, скажи. Ну, где-то после полуночи уже. О, да. Ну, что, так и будем молчать, да? Слушай, я, Квистис Трип, больше не являюсь твоим инструктором с этого момента. Я такой же сид, как и ты. И кто знает, может, мы когда-нибудь будем работать вместе. Что, правда? Это все, что ты можешь сказать? Все, что ты хочешь сказать? Ну, если так будет решено, то я буду работать с тобой, да? Бесспорно. Как-то беседа у них не клеится. Они мне сказали, что я плохо показал себя как инструктор, что мне недостает лидерских качеств. Но, похоже, на Сквола это вообще никак не влияет. Я стала сидом в возрасте 15, стала инструктором, получила лицензию в 17. И всего год прошел с тех пор, как я ее получила. Это так интересно. Квистис, удивляюсь, где же я ошиблась-то? Я же делала все, что могла. Ты вообще слушаешь? Ты закончила? Я не хочу говорить об этом. Что я могу сказать о проблемах других людей? Я не прошу тебя говорить что-нибудь. Я просто хочу, чтобы ты послушал.
Ну, тогда подойди к стене и поговори с ней. Разве у тебя не бывает временами, что тебе нужно поделиться своими чувствами с кем-нибудь? Каждый должен заботиться сам о себе. Я не хочу продолжать. Нет лидерских качеств, неудачный инструктор. Возможно, они все-таки правы. Квистис, да, она как бы залипает на сквола, но без мазы. Итак, ну, состоялась небольшая беседа, вот теперь, наверное, все-таки можно сохраниться. Окей, давайте сделаем следующим образом и пойдем. Даже если мы не попадем сейчас на Тирекса, на рандоме латаки. Нет, это, слава богу, не Тирекс. Монструганчики, у которых можно откачать кое-что. Sleep and Silence. Ну, давайте Sleep качнем. Ну, то есть сон. Давайте закачаем сон и что еще? И тишину. То есть безмолвие, да? Так, у меня такое впечатление, что тут любой удар сквалом — это как бы окончание боя. Так, ну а если попробовать Квистис ударить? Так, ладно, качнем еще немножечко Silence. По девяточке откачиваем, ну как бы неплохо. Но это не та магия, которая на самом деле нам нужна. Так. Ну, давайте будем пытаться. Сделаем сначала атаку с кулом, посмотрим, как оно пройдет. Ох ты, мать, много. Так, ну ладно, давайте атакуем другого. Пусть это Квистис будет. Вот, нормально, Квистис заходит хорошо. Пропускаем и теперь переделываем в карту. Все. Черт. Ну тогда Сквол немножко качает магию. Все еще. А Квистис переделывает в карту. Должно зайти. Вот так, собственно, действует команда карта. Но, к сожалению, мы немножечко ошиблись и подняли чуть-чуть опыта. Так, продолжаем движение. Стоп. Так, что у нас там? Да нет, нормально все. Вроде за Джанкована все грамотно. Магия на атаке стоит правильная. Черт. Не совсем. Смотри-ка, тиранозавр. Иногда лучше убежать. Иногда лучше убить. Так, давай-ка его чем-нибудь жахнем. Ну, например, пусть спит. Так, а у нас есть, по-моему, ослепление. Так, ну и тогда имеет смысл просто атаковать. Там, конечно, невысокий процент на то, что это сработает. Да, сработало. Все-таки мы повесили на него статус ослепления. Если посмотреть на его морду, оно таким черным цветом светится немножечко. Так, ну и можно показать, наверное, ГФов определенных. Квистиса, что у нас у Сквола есть? Ифрит и Сирена. Ну, давайте для начала покажу, как действует Ифрит. Ну, потому что
По-моему, мы только Шиву видели, если я не ошибаюсь. Вот так выглядит вызов Ифрита. У него огненная атака, но с другой стороны в бою в огненной пещере там это было. И сейчас еще Сирену вызовем. Вау-вау-вау. У нее не стихийная атака, насколько я помню. И иногда она еще вешает статус тишина. За счет слепоты физические атаки Тирекса сейчас в основном промахиваются, но иногда он бывает, что и попадает. Атака сирены, безмолвный голос. Симпатяшка такая. Ух, просто из ушей крылья растут. То, что доктор прописал. Но атака вообще никакая. Поэтому лучше физическими атаками. Сейчас быстренько добьем. Зато она повесила таки статус. Это статус молчания. В среднем где-то у Тирекса 10 тысяч хп. Даже если мы прикинем, что снимаем за удар суммарно Квистис и Скволлом приблизительно 1000. В общем и целом должно уже быть на подходе все это дело. Триггер прошел, удвоение атаки. Так, и можно попробовать его в карту таки превратить, чтобы с него опыта лишнего не получать. Я думаю, это будет грамотное решение. Так, ну тогда делаем вот следующим образом. И Квистис все еще пытается превратить его в карту. И да, это все. Все хорошо у нас, все получилось. Мы не получаем опыта, мы получаем 10 чего-то там. Камней динозавра, да? Или костей динозавра. Эй, кто-нибудь помогите. Пойдем Сквол, поможем. И мы видим ту самую девушку, которая навещала нас прям в самом начале игры. Сквол Квисти. Так. И, насколько я помню, вот здесь есть полезная магия. Блин. Не хочется тратить время выкачивать и показывать все это дело. Поэтому, ну, давайте сделаем по-простому. Наверное, просто всех убьем и все. Так, и все-таки... Ага, есть блайнд, слепота. Так, что еще полезного у нее можно качнуть? Посмотрим, слепота. Сейчас просто узнаем, что у нее есть. Так, оболочка, да, или щит от магической атаки. Защита от магической атаки. Ну ладно, давайте сделаем следующим образом. И защиту качнули, значит, у наземных монстров есть защита, у летающего есть защита от магической атаки. Ну, теперь можно просто добить ее и все. Это будет быстро. Еще 2000 на минус второй.
еще 2 минус 3. Собственно, все. Так, чтобы не затягивать битву. Так, и слава богу, нам не дали экспириенса, то есть просто не хочу поднимать уровни. Камни колдуна получили 16 штук, GF-ы получили 14 active points, 14 очков полезных навыков. Так, здесь небезопасно, пожалуйста, пойдемте. Ребята в белых одеждах, это сиды с другого корабля, собственно, но это будет известно, если я не ошибаюсь, только на третьем диске. Ну, то есть сильно позже они сопровождают эту девушку. Кто это? Кто это был? Так, ну и, собственно, убегаем. Не нужно нам здесь больше оставаться. Все, мы сходили в запретную зону. Сквол... Ты знаешь, ты, в общем, не похож ни на кого другого. Вот, ты особенный. И такая сказала, что ты особенный. Это кто говорит вообще, блин? И ушла. Типа, сделала ему комплимент и свалила. Так, ну, дальше все очень просто. Бежим, ложимся спать. Утро вечера мудренее, как известно. И дальше двигаемся по сюжету. Так, Зел, ну наконец-то, вот он ты. Слушай, где тебя черти носили? Я тебя обыскался по всему саду. Мы теперь оба члены сидов, правильно же? И знаешь что? Парень, у нас у каждого своя комната. И, кстати, твоя новая комната находится прямо напротив моей. Так что, блин, живем рядышком, мужик. Мы с тобой друзья на века. Знаешь что, побежим-ка мы от тебя. Уж очень ты какой-то занудный. Так, достаточно любопытно, что... Так, я должен пойти поспать. Вот, Сквол решил, что все так. Должен спать и все. И тук-тук, тук-тук-тук. Селфи Сквол, первая миссия Сида. Такое впечатление, что нас отправляют в Тимбер. Встретимся у центральных ворот. Давай, поспеши. Окей. Давайте возьмем. Да блин, давайте. Вот. Итак, мы получили журнал оружия за апрель месяц. Сейчас зайдем в предметы и посмотрим, что у нас здесь есть. Так, нам нужен журнал за апрель. Это второй клинок Сквола. Это вторые перчатки Мэверик Зела. Это оружие для Реноа. Мы с ней еще пока не встретились, но вот уже есть для нее оружие. И насколько я понимаю, второе оружие для Ирвина. Ирвина мы тоже еще пока не видели. Ну что ж, валим отсюда. Так, сохраняться, наверное, не стоит. Так, выбегаем. Что-то там по пути кто-то успел сказать, но я не успел прочесть. Так. На самом деле, в какую сторону бежать значения не имеет. Бежать налево или направо. Большой разницы нет. Все равно придется оббегать абсолютно все. Нас интересует холд прямо перед лифтом. И вот мы подбежали. Но это все еще не все. Двигаемся к центральным воротам. Так, стоп. Через верхние. Да. Итак. Факультет сада. Еще минутку. Ух, Зел прискакал. На доске. Приехал. Летающие доски запрещены на территории сада. Вы разве забыли? Слушай, прости, чувак.
Ну, это прикольная штука. Может, она когда-нибудь даже пригодится на миссии Сидов? Ну, мы рассмотрим этот вопрос. А пока конфисковать. Все вы сиды, но, тем не менее, вы все еще студенты сада. И более того, так как вы сиды, вы должны быть примером для всех остальных и избегать нарушения правил сада. Все ясно? Да, Зелла опять начинает калашматить. Директор Сид, ну что ж, относительно вашей первой миссии, вы отправляетесь в Тимбер. Вы должны поддержать силы сопротивления. Это, собственно, и есть ваша миссия. Член движения сопротивления, значит, свяжется с вами на железнодорожной станции Тимбера. Этот человек подойдет к вам и скажет: конечно же, леса Тимбера сильно изменились. И в этот момент вы должны ответить, но совы все еще летают. Это как бы пароль. Просто слушайте, следуйте приказам движения сопротивления, и все будет ровно. Че, только мы втроем? Ну да, мы согласились на эту миссию за достаточно скромную сумму денег. Обычно мы не принимаем подобные запросы, но... Достаточно болтать об этом. Итак, ну что ж, Сквол, ты являешься лидером взвода. Решение принимаешь, исходя из ситуации. Селфи, Зел, вы поддержка Сквола и, собственно, делайте все возможное, чтобы осуществить планы движения сопротивления. Ух ты, ну ладно, что, может, поболтаем? А, да, и Сквол, забыл, это тебе. Это проклятая вещь, но если у тебя достаточно силы, можешь использовать ее. Она может принести тебе большую пользу. Мы получили магическую лампу. Ну, прям как в мультике про Аладдина, да? Так, видимо, нужно опять отсоединить всех хранителей и перераспределить их по новой. Так, не помню, не помню, не помню. По-моему, Шива был. Да, Шива была у Сквола. Так, попробуем в магию его прокачать на всякий случай. Так, GF оставить большого смысла нет, но с другой стороны, ничего другого мы тут оставить как бы так сильно не можем. У Сквола, по идее, сирена абсолютно лишняя для Сквола. Сквол прокачан в атаку. Да. Так. Селфи ставим к Изакотлу. Но с другой стороны, да нет, можно сирену все-таки Скволу присоединить, он тогда нормально хотя бы будет выкачивать магию. Да. Карту присоединяем и откачку магии. Здесь магия 20 и магия 40. Так, ну давайте тогда все-таки вернемся к Скволу и присоединим ему сирену, тогда у него будет магия. Так, автоматически мы ничего ставить не будем. Но вручную усиление магии надо сделать. Так, что мы можем сделать? Мы можем поставить слепоту. И, например, сон. Сюда и улучшить параметр магии за счет 23 38 23 38 23 38 26 70 24, да?
То есть максимум на 24 можем улучшить. Так, ну за счет био, по-моему, 24 это лучший расклад, да? Ну тогда ставим био. Селфи. Сквозел. Все нормально. Должно пройти. Итак, мы выдвигаемся на выполнение первого ответственного задания. Нас отправили в Тимбер. Поддержать сопротивление. Движение сопротивления. Итак, первое, что мы сделаем, это сохранимся. Я думаю, что в принципе можно прямо сюда и сохраниться. Следующее, что мы сделаем, посмотрим, что за проклятую вещь нам там подкинули. Что за лампа волшебная? Magical Lamp. Ну, давайте вот так вот сделаем. И, о чудо, бой с хранителем лампы. Это Дьяволос. Дьяволос использует гравитационную атаку. Кто осмелился нарушить мой сон? Так, давайте откачаем вот эту штуку. Абсолютно всеми. На самом деле, Дьяволос не такой страшный противник. Гравитационная атака не убивает, но сильно снимает достаточно большое количество ХП. И мы можем у него откачать Дэми. Так, по идее, надо на него бы, конечно... Так. Сделать следующим образом... Дэмием кастануть, здесь наоборот выкачить. Так, скволу нет, сначала выкачиваем, пытаемся выкачать магию. И вот происходит такая интересная штука: мы обязательно закачиваем магию сначала себе, потом используем ее, а урон, который наносится, вот 2000 мы как бы сняли, но помимо того, что мы атаковали его же магической атакой, он нам восстанавливает ХП. То есть проиграть очень тяжело на самом деле. Только когда он начинает физически атаковать на нас, так наезжает, да, тогда может что-нибудь такое чудное произойти. И с Зелу так все еще не удалось откачать ни единички. Будем подлечиваться. Пока физические атаки проводить рано. То есть он нас подлечивает как бы самой сильной магией лечения. Так было 1500, да? Снято сейчас 1125. Ну, где-то, когда мы начнем снимать единиц по 500, 400-500 единиц, можно проводить уже физические атаки. Так, и только Зелу у нас нифига не везет. Так, ну давай дальше. Продолжим. Это уже хорошо. Скоро можно будет начинать атаковать физически. Так, ну, наверное, еще одну или две магических атаки, и можно добивать. Так, сколько у нас? 474. Ну, можно даже еще провести, наверное. Ах ты ж черт, а?
тебя бы подрал. Ну ладно, Зел отдыхает. Так и не смог выкачать магию Диаболоса. Пускай отдохнет. Так, 356. Сейчас будет сниматься гораздо меньше. Просто снимается процент от оставшегося количества жизни. Поэтому первоначально снималось достаточно много, 2000 хп. Сейчас снимается вот порядка 200, да, там, 260. Ну, можно уже атаковать по ходу пьесы. Давайте попробуем. Переделывать его в карту абсолютно не получится. Это битва с боссом. Поэтому какие уж тут переделки в карту. Ну, как бы еще разочек ему так хорошенечко цепануть от сквола. Слишком долго спал, слишком слаб. Итак, и мы получили еще одного хранителя. Добыли Диаболоса. Получили за одну карту Диаболоса, 20 АП, и Ифрит у нас там выучил. И Ифрит, и Сирена выучил определенные способности. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Джанкшн. Если мы джанкуем, например, Диаболоса, да, можно, вот. Теперь хорошо, и теперь можно даже сделать следующим образом. И здесь появилась третья билочка. Наверное, все-таки живучесть мы повысим. Так. Предмет. Оживление. Так, ну и у нас там была целая куча магии, насколько я помню, которая нам уже не нужна. Так, ура. Давайте подлечимся. Итак. Проставим возможности обучения. Так, ну здесь автоматически уже стоит. Сирена, сирена, сирена. Наверное, имеет смысл поставить инструмент из вещи. И Диаболосу магия времени или пространства из вещи. Хотя статусная магия тоже неплохо. Так, сайт ХП, бла-бла-бла-бла-бла. Вот неплохая команда украсть. Тоже нужно будет выучить, но пока нет. Пока мы все-таки поставим магию времени. Изучение. Так, у нас появились и билочки. То есть мы можем очистить... Что? Магия ветра или молнии, магия... снега, да, льда или воды. Но это у нас уже все есть. Фишфин. Так, магия огня. У всех по соточке. Так, магия жизни или восстановления. Вот, вот это хорошая вещь. Так, это самая простая лечилка, это, по-моему, самая лучшая лечилка, но она у нас уже есть. Soul Blade. Мы можем получить 10 единиц смерти, 20 единиц регена и еще 30 смерти. Но вот, пока мы этого делать не будем. И магия среднего уровня, то есть из низкого. Ну, ну все, поехали дальше. Так, мы бежим в город. Теперь можно не по дороге. Ох ты, черт. Лучше бы бежали по дороге. Ну ладно, нарандомило, да нарандомило. Как бы неплохо бьет только сквол, да, зел средненькая, ну и селфи вообще никак. Но она для физических атак и не предназначена, она занимается поддержкой. 3 АП получили, так давайте все-таки попробуем пробежать по дороге, чтобы лишнего не было.
Лишних боев нам не надо. Так. А никакой игры в карты, ничего подобного мы сейчас этого делать не будем. По-моему, мы не можем произвести никакое другое оружие, да, к сожалению. Поэтому мы не будем играть в карты с королевой карт. Но зато... Так, поезд на Тимбер находится здесь. Билет стоит 3000 гелей. Пожалуйста, пройдите вовнутрь. Поезд вскоре отправляется. Ну вот, пожалуйста, пройдем вовнутрь. Так. Все. Симпатичный достаточно поезд, такой шик и все. Что мы тут сидим? Да, слушай, поезд — это такая уматная штука. Трансконтинентальная железная дорога, крошка. Он даже под водой по туннелю проходит до Тимбера, до самого. Прикинь, круто же, да? Ну да. А, боюсь, вам это неинтересно. Кстати, Сквол, у тебя же билеты, давай пойдем вовнутрь уже, а? Че мы тут в тамбуре? Мы ж не курим. Ну. Итак, окей, можно проходить вовнутрь. Идентификация завершена, подтверждаем, доступ гарантирован. Я пойду посмотрю, что там. Хе-хей, спасибо. Ну ладно. А, пойдем посмотрим, Сквол. Ну, вперед иди. Так, насколько я понимаю. Вау, слушай, давай посмотрим, это специальное купе для сидов. Вау, нифига себе. Ое, круто. Ну, давай зайдем посмотрим, что там круто. Вау, слушай, прикольный диван, а. Ну, рад, что ты так возбужден. Смотри, не кончи. Слушай, у них здесь даже журналы. Вы получили журнал «Домашний питомец», часть первая. Да, прикольно. За все это, кстати, сиды платят. Сквол, ты знаешь что-нибудь о Тимбере? Да пофигу. Ну давай, Сквол, расскажи, что? Не будь таким угрюмым. Ну хочешь, я тебе расскажу. Ну, все окей, и так все окей, ну ладно, все окей. А, ну, давай поговори со мной, блин. Слушай, мужик, давай ты заткнешься, а? Ты такой вот назойливый. Чё-то я себя не очень хорошо чувствую. Селфи? Чё такое, съела что-нибудь? А, ну, тогда тебе нужно отдохнуть, если ты устала. Слушайте, я чё-то какая-то сонная. Ты в порядке? Эй! Эй, что за фигня? Со мной тоже какая-то хрень, я тоже спать хочу. Да что происходит? Ух ты, черт. Что это, блин? И мы отправляемся в царство грез. Хм. А это еще кто такие? Эй, Лагуна, ты уверен, что это правильный путь? Ну, нет, я вообще ни в чем не уверен. Кстати, а что у нас с Джанкшен? Здесь нормально, все. Чудики побежали вперед. Ты-ты. Нарандомила? Задерживаться не будем, просто будем убивать и бежать дальше. Так, что у тебя есть? Сон и сканирование нафиг. Ни то, ни другое нам не нужно. Итак, вот. Гарпун. Оп. Ну, только Лагуна нормально пробил. Окей, окей, ребят, побежали дальше. Кстати, то, что мы здесь поднимаем уровень, оно отразится на наших героях. Так что кто-то из наших героев только что уровень поднял. Так, это какая-то магия, которая нафиг не нужна. Эй, что за фигня? Опять какая-то ерунда происходит.
Да, мы блуждаем здесь. Опять какие-то грибы и прочие радости жизни. Ну, давайте их быстренько убьем и все. А неплохо он так. Оп. Подожгли нас. Смерть грибам. Грибы на сковородку. Все нормально. Ого, ребята, мухоморы кончились. Нормально, лагуна уровень поднял. Что-то тут мы учим по ходу пьесы. Так, нам надо, в общем, быстрее отсюда сбежать. Не хочется рандомные битвы проводить. Что за знаки вопроса? Что за фигня? Типа, мы в том направлении движемся или нет? Три человека, Кирос, Лагуна и Вард, солдаты Галбадианской армии. Собственно, но это не значит, что они плохие. Позже немножко будет ясно, что к чему, но пока мы играем за этих трех странных солдат. Ну, три друга. Так, все, валим. Слушай, чё, мы же вроде как должны воевать против могущественной тимберской армии. Да, чё же мы теряем время-то, воюя с какими-то зверушками? Ну, давайте посмотрим. Это значит, что мы снова заблудились. Ну, в любом случае, нам нужно вернуться домой в Делинг-Сити. И мы туда и отправимся. Лагуна, подожди, блин. Так, что у нас тут? Это вода. Вода нам нафиг никому не нужна. У нас у всех она есть. Залазим вовнутрь, да? Да. И уезжаем. Глоточек кофейку. Угу. Ну, клево парканулся. Слушай, нельзя парковаться таким образом на улице. Да, остынь, чувак, это ж круто. Ну ладно, тогда пойдем бухнем. Ну, давай, пойдем бахнем. А мы же знаем, что ты туда идешь не для того, чтобы пить. Не, ну я просто предложил. Ну, мы можем выпить сока вместо вина, там, всех дел. Да, и поглазеть на девушку, которая играет на пиано. Не называй ее девушка за фортепиано. Понял ты? Да, да, знаем мы, знаем. В курсе, ты на нее залипаешь. Ну, так, куда мы бежим-то, черт его знает. Каждый раз здесь теряюсь. А, ну все правильно, мы бежим. Вот тот отель, который нам нужен. Мы бежим в отель. Там-бадам. И я так думаю, мы здесь сохранимся. И на этом, к сожалению, придется прерваться, потому что в очередной раз... Звонок меня тут настиг. А всем большое спасибо. Я надеюсь, что еще сегодня продолжу и выпущу еще одну часть. Всего доброго. До свидания.